Друзья, всем привет! Находимся в городе Кропоткин. Ярмарка декоративных птиц, голубей. Адрес ярмарки — Речная, 6. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим, что там происходит. Сегодня даже рыбки здесь представлены. Видите, и губики, и меченосцы, и малинезии. Вот такие вот красавицы. А почем волнистый у вас? 500 рублей. 500 рублей. Друзья, вот кокарики по 2500. Солнышко припекает, птички спят уже на солнышке, кимарят. Друзья, карелы по 2500. А почему у вас розелы? 5. Розовые по 5. Молодежь, да? Да, да, только месяц как вылетели. Ага. Месяц вылетели, плюс месяц кормились. Вот 2 месяца розелы 5000. Яблоки пенанты. Друзья, вот розелла пенантовый 7000 стоит. Молодой. Друзья, сегодня вот такие вот канарейки. Вот этот 3000 стоит. Этот сколько? Этот 4. Этот сколько? Этот 3,5. Этот 3. Этот 2,5. Этот 3,5. Все самцы. Такие вот красавцы. Друзья, вот волнистый по 500 рублей. Молодежь. Да. Амадины гульды в какую цену? 2,5 голова, да? Они раз эти волнистые? 500 рублей. Эти волнистые 500. Зебровые амадины почем у вас? 350. А в какую цену ваши голуби? Вот эти с черными хвостами. Нет, с черными не продаются. Купили. А вот эти с черными грудками? Белохвостые? Да. 1000 рублей пара. 1000 рублей пара. Друзья, певчий кеннер. Цена 2500. Друзья, также представлен огромный ассортимент клеток. Номер телефона мастера можете увидеть в предыдущих видео про выставку, про ярмарку. Сейчас вам покажу ассортимент. Сегодня вот новая клетка. Вот такой котел продается. Хозяина нету, видите. Вон в клеточке даже щеглы и чижики есть сегодня. Разгар лета, они продаются. Вон они сидят. Они уже одомашнены. Вот карелы по 2500. Почем у вас желтые волнистые? Это не мои. По 300. По 300 продавал, да? А. Ну, а ты что? Это хорошо. А почем карелы у вас? Всех за 2. Нет, одну штучку. Сколько стоит? Ну, тебе за 2500. 2500, ясно. А амадинки в какую цену? Японские амадины. Ну, да. 250? Да. Ясно. Друзья, вот глянцевые, певчие, радужные, волнистые, карелы. Все красивое, все интересное. Волнистый попугай 500 рублей. Интересный. Молодежь. Сегодня много молодежи.
Нижний лоток. Все, ладненько, давайте, побежал. Яйца для инкубации, десяток 100 рублей стоят, куриные. Ребят, сегодня на выставке алтайская белочка, правильно будет сказать, бельчата, малыши. Ну, уже самостоятельные можно приобретать, цена 5000. Тоже на солнышке пригрелись и уснули. Вы посмотрите на эту прелесть. Все ручные. Ребят, вот дикая утка с утятками. Заботливая мамашка. Вы посмотрите на это чудо. Ребята, вот взрослая алтайская белка. Зимой. А летом они рыжие. Зимой они голубого цвета, а летом рыжего цвета. Да, да. Сколько они стоят? 7000. 7000. Ручные, все классно, да? Нет, это вольерные. А, это вольерные на развод. Ручные можно. Все, спасибо. Сегодня голубей красивых много разных. Вот вам покажу, какие бывают голуби. У нас сегодня уже жарища, 28 градусов, 9 часов утра. А почем такие голуби? Какие именно? А тут разная цена, да? 2-3 тысячи. А, 2-3 тысячи. Про канареек, ну когда такая красота идет, да. Такую красоту тоже нужно. Друзья, большой выбор карел. 2 800, 3 тысячи, в зависимости от расцветки. Кокарики. А в какую цену такие рисовки? По 1000 рублей. Тут уже видно, где самец, где самочка. Музыканты в тенечке на обеде обедают. Друзья, вот еще карелы, смотрите, как много. Вот эта расцветка называется сороки, когда они такие черно-белые. Разные цветы, петунии, корма. Обратите внимание, ассортимент по корму очень разный. Грецкие орехи есть для больших попугаев, для людей. И жмыха, и кукуруза, чечевица, сорга, все, что хотите. Сегодня большой ассортимент рыбок. Скалярии, малинезии, гупики, все есть. Такие вот голуби разные. Тоже хозяин отошел. И по расцветке очень большой ассортимент, уже молодняк. Куры разные, будем сейчас курей выбирать. Нет, это доминант. Кто не сушка, это доминант. Друзья, пришло время выбрать курей. Сегодня будем приобретать кур. Потом дома снимем видео, покажу, что купил, что за породу. Ребят, кто в курях разбирается, пишите в комментариях. Я буду сегодня брать... Скажи, какую породу я буду брать? Ленорку или как? Минорка? Минорка и... Минорка? И уран. И уран. Минорка хорошо несется, а уран тоже так же несется, как и ленорка, только больше яйцо у него, да? А, тушка больше. Тушка больше. Да, тушка больше, яйцо одинаковое, крупное. Какой возраст это? Возраст. По 4,5. 4,5 месяца, а цена? По 380. 380. Ну, кто будет большими объемами брать, можно дешевле, да? 7. Все, друзья. Вот такие коробочки сейчас погрузим и домой поедем. Так что на этом я с вами вынужден попрощаться. До скорой встречи. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. Будем еще развивать куроводство, если получится.